Перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Азра, которая отдала деньги Фаруку, упускает шанс узнать убийцу своего отца. Когда неожиданно приходит Джен, Азра уверена, что Фарук, получивший деньги, больше не свяжется с ней. После того, как Дженг обвинил мастера Ферхата в предательстве из-за того видео, которое вызвало скандал и было снято на телефон Фархата, между Азрой и Дженгом образовывается напряжение. С одной стороны, Фариде пытается восстановить репутацию компании и вернуть потерянное деловое соглашение, а с другой стороны, она намеревается доказать невинность мастера Ферхата. Арда, который узнал об отношениях Кадира и Мелис, разузнает все о Кадире и получит некоторую информацию о нем. Расскажет ли Арда семье об отношениях своей сестры с Кадиром? Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Не отпускай мою руку» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 21 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!